That's cool. Very important, tight your fingers. Yes, очень важно, чтобы ваши пальцы на ноге, да, были собраны. Сейчас мы немножко ногами позанимаемся. Попробуй сейчас. Сейчас попробуй. Now, one time lateral, and one time. Один раз в сторону, один раз к себе. Динамика здесь. Динамика здесь. Или здесь. Динамично делаем, да, на ноге. Да, в разминке, да, мы часто очень делаем. This exercise, разминка exercise. Same. Вращение. Здесь тоже самое. Mobility, task mobility. Мобильность, vertical line. Vertical line position of head. Вертикальная позиция вашей головы. This is your marker. Это как маркер. Then flexibility of corpus. И расслабленность, да, гибкость корпуса вашего. If you can use this. You win a lot of power in judo movement. Если вы умеете так использовать свое тело, вы можете сгенерировать много силы. This is not only judo, general. Это везде, general, это не только for в judo. Light athletic. Легкоатлетика. Beginners do like this. Когда копье бросают. Beginners. But professional?
профессионалы, да, когда разгоняются, они используют exactly the same principle. То же самое у нас в дзюдо. So now we do вперед-назад. Все то же самое вперед-назад. Упражнение такое же, но только здесь немножко ритм другой, посмотрите. Same exercise. Yes? Only amplitude and speed. Только скорость и амплитуда не используйте. Используйте такой шаблон. For example, if I need more time, it's not a problem. Ничего страшного, если мне нужно but больше времени. But what I do must be logical. Must be logical. Должно быть все логично. If I do like I lose timing. No, it must be economical and relaxing. Должно быть экономично и расслабленно. Но без ноги. I don't do last action. Не делаем сейчас последнее действие. Кто не цепляет? Я не успел. Don't touch. Yeah? Не касается. I don't touch. But I create a lot of acceleration. Но я сейчас организую ускорение. And I create acceleration and I feel if my timing is right or not right. Я сейчас должен чувствовать, да, правильный момент для выполнения или неправильный. Сейчас было поздно. Но мне же необходимо это делать, потому что я почувствовал, что это ошибка, уже ошибочно. И здесь, да, здесь возможно, что надо. You understand the meaning of this exercise? Yes. Like, for example, tennisman, they play like a reaction. They action right. They know before final action. They know they win the point. Это как в теннисе, например, да? Человек бывает, он
он делает движение, понимает, что перед последним движением он понимает, что он выиграл очко уже еще до того, как он его сделал. Он сделал движение. Окей, давайте попробуйте, да, попробуйте. Мне нужно сильный закон, только информация. Говорите мне. Только информация пошла. Когда мы делаем упражнения с детьми или там кадетами, да, с юношами мы не только коучи гари, да, делаем вот эту ситуацию. Мы делаем также ритм, мы внимание тренируем, ритм, темп. И one very important point you teach to them, concentrate, focus on partner movement. И одно из самых важнейших, да, то, что мы учим в этих упражнениях, вот конкретно на этом примере, это концентрация на его движении, движении вашего партнера. Я его сейчас наблюдаю, все его тело.
Я не смотрю только на одну точку, я все тело сразу. Периферическим зрением я охватываю все его движения. Я чувствую его движение, амплитуду, скорость. Я реализую свои действия в соответствии с ощущениями от своего партнера. This you will find in all techniques, not only in this technique. Это мы можем найти во всех техниках. If I do technique вперед-назад, если я вперед-назад делаю, I feel the wave movement of my partner. Я чувствую как волну, да, такое движение своим партнером. All my action will depend on this. И мои действия будут зависеть от этого. Okay? This is not only teaching from Чигари, this is teaching from that principle. Это не просто обучение Клоу Чигари, это обучение всем принципам. Okay, thank you. We stop? Да, мы на этом заканчиваем. Afternoon.